2 сентября – день образования патрульно-постовой службы полиции. Свой профессиональный праздник стражи порядка отметили на татами, в очередной раз доказав, что здесь служат сильные не только духом, но и телом мужчины. Состязания по рукопашному бою прошли в стенах столичного управления МВД. На татами вышли 60 полицейских. За звание лучших они боролись в 6 весовых категориях. Победители соревнований получили грамоты и медали.